17 декабря во Дворце культуры «Энергетик» состоялась торжественная церемония награждения участников и победителей суперфинала открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Бизнес-заман». Участников церемонии приветствовали от имени руководства района. Отдельно хочу отметить, это наша работающая молодежь, которая помимо основной работы на производствах, в других сферах, находит время для того, чтобы заниматься и спортом, и культурой, и творчеством. Но, честное слово, молодцы. Только можно радоваться за то, что у нас в городе вот такая молодежь. Эмиль Галеев пожелал участникам конкурса дальнейших успехов и побед, отметив, что такие достижения работают на имидж района. Наши команды неоднократно становились победителями конкурса работающей молодежи. После вступительного слова состоялась церемония награждения участников благодарственными письмами руководителей исполкома. Елена Маврина, Денис Ипатов, новости Заинска.